Представьтесь, с Богом. Добрый вечер. Мы группа «Моя Мишель». Мы приехали из города Благовещенска. Блестяще! Здравствуйте. Здравствуйте. Танюша, боже мой, так она Кто написал эту прекрасную песню? Это я написала. Юрий Михайлович, по-моему, блестяще. Гриш, слушай, где находится Благовещенск? На краю Айкумены, понимаешь? А такой сильный коллектив, такая девушка необыкновенная, музыка. Интересная. Спасибо. Текст я вообще не говорю. Просто молодцы. Я говорю «да». Благодарю вас. Причем при полной статике ничего не делает совершенно человек у микрофона. А здесь все работает. Все абсолютно. Все работает. Самое главное, еще плюс ко всему, это что-то новенькое, извините, вот вдруг совершенно случайно появилось. И самый главный тембр специфический. «Да!» Уолтер! А вы по-английски говорите? По-английски, но это будет очень смешно. Да? Да. А я говорю «да». Это просто потрясающе. Спасибо. Серёж! Гриш, ну ты сомневаешься, да? Ну нет, я ни в коем случае. Блестяще. 4 «да». И вы проходите в следующий тур. Молодцы, ничего не скажу. Блестяще.